может, она вкусная бумажка. Андрюх, вкусная, что ли? Так, ну давайте, ладно, стоп. И не 5, и не 2. Давайте 4. 4 нормальные цифры? 4. Хорошо, оценка хорошо. 4 нормальные цифры, да? Ну, классно. Спокойно, парни, спокойно. Как зовут? Катя? Погодите, давайте Кате слово дадим. Катя, скажи одну цифру от 1 до 10. Да тихо, 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 не влияйте на мнение ребенка, пусть сама. От 1 до 10. Любой цифру. Вот адреналин. 4? Нормально, 4, поехали. Кто счет берет? Руслик? Давай. Парни, все вместе, поехали. Все вместе. Андрюш, спокойно, не злись, спокойно. Раз. Тихо, 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 тихо. Раз, два, три, четыре. Отжимаемся красиво, друг другу не мешаем. Чуть-чуть отодвиньтесь. Данил, чуть-чуть назад сдвинься, чтобы ты не врезался ни в кого. Чуть-чуть прям. Раз. Вообще они очень быстро. Они думают, чем они быстрее посчитают, тем лучше будет. Сейчас еще Сейчас передохнем, не переживайте, сейчас передохнем. Раз, три, два, три, четыре, два еще. Аж с подпрыгиваниями. Считайте, считайте. Я считал. Считай, молодец, следующий считайте. Два, три, четыре, пять. Пять сразу? А. Не, ну пять тоже хорошо. Сергей Сергеевич, можно я тебя попрошу? Вызываешь по одному, с кого знаешь. Кого знаешь, вызываешь первых. Вот, со взрослых, потом прям в темпе вызываешь по одному, кому знаешь. Сразу температуру сюда-сюда записываем. Потом кого не знаешь. Ладно? Стараюсь побыстрее, сейчас тоже быстро переоденусь. Все, сделали. Сделали все? Да. Пока, теперь смотрите, пожалуйста, сядьте на бедра. Не-не-не, сядьте на бедра, на ягодицы, сядьте спинку прямо. И сажайтесь. Ножки вперед, пожалуйста, ножки вперед. Я знаю, что... Да. И начинаем потихонечку. Артем Михайлович, покажи, пожалуйста. Парни, повернитесь, чтобы видно было. Сначала руками коснулись. Дим, покажи, пожалуйста, Артем, Иван. Ручками коснулись ближе к пяточкам. Да, подняли ножки. Держим 15 секунд. Потом с коленочком. Все, парни, поехали. Назад не заваливаемся. Все, поехали. Сергей Сергеевич, вас сейчас будет вызывать. Ребят, потише, потише. Ты вот так вот подержи. Раз, два, три, пятнадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, Держим уголок, парни, держим уголок, Руслан.
Держим уголок, пожалуйста, считайте. 5 минут где-то. 1 минута, 60 секунд. 5 минут. Так, какой-то. Я считал. Почему 5? Почему 4 минуты? Как надо сделать? 4 минуты это 5 минут. Вот как примерно. 30. Да, сначала 60, 120, 140, 240 плюс 60. Можно методом подбора, можно деление. 7 минут. 7 минут, да? Да. Что думаете? 5 минут. Нет. 5 минут кто-то думает. Да нет. 5 минут это никак не получается, потому что 1 минута 60 секунд. 5 минут это 300 секунд. 5 минут 300 секунд. Понятно. Получается, это 7 минут. 5 минут 300 секунд. Ладно, 7 хорошо, минут. Держим уголок. 7 минут. Ага, ага, 7. уже будет. Я вам сказала, он начал. Да, он повторил, ну молодцы. Все, за хорошее у вас, за хорошее решение задачи, давайте уголочек держим. Дима, Артем, Иван, покажите, пожалуйста, уголок, как держать на полу. Парни, пожалуйста, сейчас надо повторить. Тимур, соберись, Андрюх, парни, соберите, пожалуйста, уголочек. Все, внимание, посмотрите на Дмитрия, Артема, 360 секунд. Смотрите. 8 минут. 8 минут, ну, близко. И на Ивана посмотрите, пожалуйста, парни. Руслан. Дим, я на тебя смотрю, братан, нормально все. Давай, парни, поехали. Уголок держим, пожалуйста. Это 8. Можно 500? 500 секунд. Нам на кулаках подняться. А я заказываю. Я где-то посчитал 7 минут, знаешь, 420 секунд. Да, 7 минут это 400, 7 на 6, 42, и 420 секунд, да. 8 минут, 6 на 8, 48. Это близко к 8 минутам. 480. 7 минут 20 секунд. Катя мой тренер теперь. Рядом. Ну как рядом? Ну вот там. Вот я могу так же. А я и посадил сюда. А ты не вот против фанат девочки. Как видит девочка. Смотрите, спроса. И мы один раз разумаем. Никто вообще сначала кинет у нас. Давайте делать. Ясно, в общем, все парни. Никто не хочет, да, делать? Хорошо. Очень жаль. Тихо. Что за баловство? Как, что там парень вот этот залез на Руслана? Кто это такой? Ну, кто знает его, попросите. Тимур, попроси, чтобы он слез с Руслана. Руслан, что за мальчик? Ну, ладно, хорошо, все упор лежа принять? Я два раза повторил, да, упор лежа принять. Давай, в темпе, упор лежа принять. Нет, ты с мамой поговори, ты, это мама тебе звонила, Тимур? Тимур, с мамой поговорила? Нет. А кто, не мама? Денисова мама. Денисова мама, ну и хорошо. Все, упор лежа принять. А ты Денис, да? Я, да. А зачем ты на Руслан залез? Ну, он сказал, вставай за меня. А, он тебя попросил? Я такой, вроде бы на тебя влезла. А, погоди, так он тебя попросил или ты ему предложил? Ну ты упор лежа прими и рассказывай. Да, упор лежа прими и рассказывай. Ты ему говоришь, давай я на тебя залезу, а он говорит, ну давай, да? Ну да. Ну я понял, в это время ты еще с мамой разговариваешь. Ну как бы некрасиво, когда разговариваешь с мамой, лазишь в подругу. Парни, упор лежа принять, все, сейчас я с вами, погодите. А надо было слезть. Конечно, слезь, зачем? Может, ты другу спину повредишь? Пожалуйста, упор лежа принять. Сейчас просто берете, стоите. Одну ручку поднимите наверх. Пожалуйста, просто стоечка на одной руке будет. Да. Поднимите наверх, натяните прямо. Тихо, спокойно. Теперь поставили эту ручку, которая наверху была, и поднимите другую наверх. Дима. Ну, помни, пожалуйста, камеру не вышло. Сейчас, секунду, держим. Да, что на дэнс пока, давай, вписывай. Ты займешь вспоминающие имена, да? Да, нет. Давай, все правильно. Я сейчас пока температуру всех проверю. Максимально.
Ручку. Ручку, куку, ручку. Давай, ручку свою. Тихо, тихо, парень, хорош. Давай, ручку. Сейчас, спокойненько, поменяли опять руку. Геннадий, у меня да. Случается какой-то гипноденс на левой руке. Гипноденс бывает. Парни. Смотри, я гипноденс. Выиграл? Все выиграли, выиграла дружба. Ну, чтобы тебя правильно записать. В смысле, выиграл? Нас мерили температуру. Так, парни, спокойно. Хорошо, сейчас, пожалуйста, постройтесь. Ребят, по-русски, все, потихоньку переходим. Потихоньку переходим, сейчас будем переходить к элементам. По-русски, пожалуйста, постройтесь. Я еще чуваю новую бочку. Бочку сделал? Молодец. Постройте с высоты здесь, по росту. Высота отсюда до сюда. Давайте, давайте. Тимур, постройте, постройте, парни. Сергей Сергеевич вас потихоньку вызывает. Что-то. 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 Не балуйтесь. Постройте. Ты у нас Утепов. Да. Тимур. Да. Да. Чего? Да, Андрей, прошу. Алмазович? Да. Андрей. А это настоящий зуб? Да. Сейчас, секунду. Нет. Давай сначала сюда встань, чуть-чуть раздвинь, чуть-чуть. На поверец прямо. Опа. Опа. Так, Тимур. Да, еще раз двигайтесь. Чуть-чуть сдвигайтесь, чуть-чуть. Ну, одинаково, да, примерно. У вас у всех примерно одинаково. Да. Девочка нас ведет? Да, да. А, да умница, вставай рядышком. Конечно. Она выше всех. Все, построились? Ей 155. Пожалуйста, на первый, второй рассчитайтесь. Стоп. А мне получается. Ты пел? У меня руки зажаты. Ну так разве бывает? Не можешь руки вытащить? Ну да, вот. Они меня сжимают. У тебя не хватает силы разжать их? А как ты пришел на гимнастику заниматься, если у тебя сил не хватает? Ты сюда дошел, хотя они тебе принесли? Или ты сам ногами своими дошел? Сам дошел? И у тебя не хватает руки просто поставить? У тебя есть заболевание какое-нибудь? Не, погоди, у тебя заболевание какое-нибудь есть, все в порядке со здоровьем, все, адекватно соображаешь. Ну, значит, слушай, на губу не выпячивай, комар прилетит или муха на губу прилетит, и потом яйца там отложит. А если у тебя яйца на губе муха отложит, потом червяки появятся, понял? Mm-hmm. Пальцы не грызть, ногти не грызть. Вы братья? Вы не родственники? Я с ним братья. Брат? Че, старший? Ты старший брат? Че не следишь за младшим братом? А что ты интересуешь? Как зовут? Я убегу, как? Нет. Как тебя зовут, младший брат? Денис. Не волнуйтесь. Да. Понял, да? Пальцы не грызть, ногти не грызть. Да. Нормально, встань. Вы пушку выстроите, учебная пора. Вы там не столкаетесь. Дай. На первый, второй, пожалуйста, рассчитайте. Первый, второй, третий. Руслан, не балуйся. Третий, нормально. Первый, второй. Второй. Первый. Второй. Погодите. Еще раз. Второй. Первый. Третий. Хорошо. Хорош, Андрей. Это уже здесь пришло. Сейчас смотрите, парни. Сейчас еще раз, если начнем, кто-то ошибется, будем отжать. Я лишь учу. Ну я рад, конечно, не субботе. Андрей. По твоим глазам было видно, что ты специально это сказал. Ты хотел сказать первый, как полагается, но решил пошутить. Еще раз поехали, да, парни, не ошибайтесь. Первый. Вторая, да? Первый номера шаг вперед. Первый номера шаг вперед. Так, молодцы, ага. Второй. Так, Артем остался с малышами, Диман, Иван. Так, ладно, второй хорошо. Нет, мы сейчас пока просто, смотрите, сейчас. Первые номера подходят к турникам. Вы здесь были, да, раньше? Ты здесь точно был раньше, в зал приходил. Занимался, я помню, 100%. И ты тоже, да, приходил занимались? Не, ну вас-то я помню, что, конечно, вы были. Вы что? Ребята, новенькие. Парни, пожалуйста, сейчас. Первые номера подходят к перекладинам, вторые номера подходят рядом с ним. Подходим.
Вторые номера, каждый встает рядом с первым номером. Быстренько разошлись. Задача. Фамилия, имя, отчество. Первые номера. Сейчас первые номера залезли на перекладину. Только первые номера. Вторые номера выбирает каждого человека. Ну нет, там не надо, идите вот сюда. Я сюда, это как секунду. Стоп, парни, секундочку. Так, ты раньше был уже здесь? Нет. А зачем? Покажи. В приматах? А это ты потом будешь с друзьями, не переживай. Сейчас тебе надо за твоими друзьями будет посчитать. Температуру тебя промерили? Температуру померили? И вот смотри, кто с тобой пришел, тот же номер. А вон, смотри, там футболочки. Ну, наверное. Ребят, первые номера сейчас, слушайте, пожалуйста, внимательно. Вот с этого первичка сюда перейдите, пожалуйста. Сюда перейдите, пожалуйста, парни. Иди тебя зовут. Парни, пожалуйста, сюда перейдите. Вот с этого приличка двое сюда перейдите, пожалуйста. Два человека сюда. Алло. Нормально? Можешь сюда подойти, например? Можешь? Что? Иди сюда. Иди сюда, я тебе запишу. Парни, запишу тебя. Сейчас. Фамилия? Что делают первые Ткаченко номера? Павлович. Первые номера поднимают хорошая ноги. Хорошая хронология. Вот так. Получается, Ткаченко. Денис. Вторые номера, Иван, поднимай, посмотри на меня, пожалуйста, снимай, поднимай ноги. Павлович. Вторые номера выше поднимай. Когда-нибудь здесь будет? Поднимай, нет, давай еще. Вот так начинают делать, вторые номера сбрасывают, так, ну, они первые поднимают, вторые ноги сбрасывают. Пожалуйста, разделились так по парам, чтобы вы могли... Я так просто друга поднимаю. Пожалуйста, разделились по парке. Пожалуйста, поднимите руку вторые номера. Первые номера я вижу на турнике. Второй. Вот, Катя вторая. Второй, да? Сюда подойди. Пока да. Сюда подходи. Выше ноги, давай. Стоп. Вот сюда. Вот сюда. У Жанруха будет, можно поднимать. Сейчас. Денису будешь? Хорошо, давай. Ты погоди, тебе пока, отходи, я просто летишь просто. Нет, стоп, внимание, пожалуйста, ребят, внимание. Один поднимает ногу, другой подходит, ножку. Что, прикалываешь? Стоп, упор должен принять, ты что сделал? Что ты делаешь? Я понял, ты ударил головой, ногой в лицо ударил. Ну что, упор должен принять? Ты что, угораешь, что ли? А что ты ударил его ногами в лицо? А что, стой. Кроме меня, кто не видел, что он ударил его ногами в лицо? Да. Кто-то его видел? Я тебя знаю. Катя. Даже если ты не видел. Катюша, тебе фамилия Катя? Как ты думаешь, носками грязными в лицо, что приятно? Правильно, вот, давай сейчас размышляем, это приятно? То есть ты прям свеженький носочек сейчас одел, достал, да? Ты в них не ходил по улице. То есть ты отвечаешь за свои слова. Как и другие твои грязные носки? Максимовна. Нет, я тебя сейчас спросил, если ты пришел с улицы, ты сейчас пришел переодеться. А что ты говоришь, что до упора должен принять? И послушай одну такую вещь тоже. Принимайте. Ну, погоди, потому что я его спросил, ты думаешь, это смешно ударить своего друга в лицо ногами? Смешно? А ты говоришь, что ты не видел. Упор должен принять, и двое, звони маме своей, сейчас, и ты своей маме звони. А мы сейчас скажем, что один ударил другого в лицо ногой. Давай. Что? Он позволит. Ты же разговаривал с своей мамой, звони. Сейчас будем решать, конечно, так не должно быть, парни, дисциплина строжайшая. Ты почему не следишь за братом? Ты почему позволяешь? Я только что делал с ним. Я понял, ты не видел это. Я понял, все, звони маме. Нет? Занимай. Кто знает телефон? За островных Татьяна Владимировна. Тимур. Все? Нет. Никто? Давайте. Все. За родителями. Да, у нас. За родителями. Давай быстрее. За родителями. Если не знаешь телефон, знаешь? Звони. Звони. Давай. Упор лежа принять, парень, 10 раз. Упор лежа принять. Ну да, 10 раз просто делаете, да. У нас сейчас не будет тренировки. Нет, просто 10 раз вообще.
Тимур, быстрее. На громкую связь сделай. Как этого мальчика зовут? Она его, твоя мама его маму знает? Сейчас сначала звони маме, потом звоним его маме. Обманывать нехорошо. Дальше продолжаем делать. Ты два брата сюда, вот здесь, вы занимаетесь. Два брата, да. Ты сюда. Нет, где? Нет, занимаетесь, да. Все, парни, я турник, заниматься. Давай, громко пускай сделаем. Если бы ты сказал честно, еще другой вопрос. А ты? В смысле, честно? Ты что, угораешь уже давно? А? Что ты честно сказал? Я тебя спросил, зачем ты его ударил? Ну, я тебя спросил про чистые носки, ты говоришь, да, чистые носки. Я тебя, да как чистые, я тебя спросил, это сменные, ты принес их, переодел здесь, ты говоришь, да, потом говоришь, нет. Стой, как ты сказал, ты что врешь, посмотри на меня. Ты зачем обманываешь? На меня посмотри. Ты что, привык обманывать? Как не обманываешь? Зачем ты ударил его в лицо? Ответь на вопрос. Ничего. По какой причине ты ударил его в лицо? Ногой. Это не прикол. Нет. Это не прикол. Ты ударил в глаза, в лицо. Ты что, а если человек... Да. Я не могу. Это нарушение техники безопасности, братан. Ты мог на глаза взглянуть. Да. Как? Ну, конечно. А зачем ты ударил его? Это не прикол. Я даже хочу приводить пример, что можно просто показываешь другим, как можно делать или как нельзя. Это не прикол. Да нет, не надо просто так. Ты сюда пришел, ничего. А? Ты сюда для чего пришел? Прикалываться, что ли? В смысле поддержать? Ну что, без тебя что, не держишься сам? Ты ходить не умеешь, что ли? Тихо, поддержать. Без тебя не держишься, ходить не умеешь. Нет? Ты не умеешь ходить? Ну а почему он тебя поддерживает? Чего он тебя поддерживает пришел? Что, тебе поддержка нужна, что ли? А? А что ты его пришел поддерживать? Парни, не шумите! Что ты его пришел поддерживать? Ну, ты сюда пришел прикалываться, что ли? А, ты сюда не первый раз приходишь сюда. Ты что, попутался вообще, что ли, уже? Не понимаешь, что происходит? Мы с чем занимаемся? Какими турниками занимаемся? Не гимнастика, да, что происходит? Что, гимнастика? Или что? Или карате у нас? Или ногами бились по лицу друг другу? А? А что ты делаешь тогда? Зачем? Ну что, ну зачем что за прикол? Ты ногой ударил в лицо, парень, что за прикол? Звони своей маме. Звони своей маме. Хорошо. Твоя мама звонила ему на номер или Руслану? Ему, а перезвони на этот номер, который звонила его мама. Давай. Вот так, да. Хочешь заниматься, надо будет заниматься. Нельзя вообще. Звони маме, как твою маму зовут? Погоди, она звонила с последнего номера. Ну что, парни? Я поменялся. Молодец. Можно залезть на стол? Спиваются? Ладно. А как брата зовут? Глеб, иди сюда. Вот ты сейчас идешь за своей мамой. Можно залезть на стол? В темпе прям бежишь за своей мамой. На работе отвечаю. А кто ты ездил? Либо она посвятили. Кто-то дома есть. Она одного, кто дома есть. Либо батю. Тем более батю. Сейчас будем разговаривать. Нифига себе. Давай. Ты своего батю. У тебя батя есть? И ты своего батю. Сейчас пусть батя решает, что с вами делать. Сергей Геннадьевич. Мама тебе, да. Секундочку, пожалуйста. Твоя мама тебе звонила узнать, что ты рост или нет. Глеб, смотри, ты хочешь, ты можешь остаться заниматься. Ему надо за родителями идти. Он не знает телефонов, он ничего не знает. Ему надо за родителями. Сам понимаешь, да? Ты насколько его старше? На год? Сам понимаешь, что я не позволю так, чтобы ударяли кого-то. Даже прикол. Сергей.
Юрьевич. Там Даня Умазаева завис на твойнике, сидит там поп. Во что? Это что? Это не лицо? Это не лицо? Сейчас, Андрей. Алло. Это не лицо? Сколько раздел? Да. Попить ему все, давай, парни. Это не лицо, вот область лица. Это не лицо. Вот представь на секунду, да. Это ты его прощаешь, я вас не могу простить за обман. Тебя и тебя, вы обманщики. На, Глеб. Тебя? Что? А, это же. Да. Попить, умыться в туалет, да, собирайтесь оба, сейчас уйдете, собирайтесь до дома. Сера, ты записал всем? Да, температуру записал всем. Они, он идет за родителями, он не может дозвониться, он идет за родителями. Ты их вызвал, всех записал температуру? Да, температуру. Я промерил всех, да. Сколько у нас по счету человек? 15 человек, без меня вместе, нет, стоп, 13 человек. Вот и занимающихся 13 человек. Плюс я записал еще Татьяну Владимировну. Мне не надо рассказывать, я видел, как это было. Он сидел на мате, а ты был на турнике. И ты его раз и второй раз еще запихнул ему. Я понимаю, это весело. А представь, пальцем ноги попал бы в глаз. Или пятки попал бы в глаз. А представь на секунду, что, Андрей, подожди, что попал бы мусоринка в глаз. Эта мусоринка бы загнила бы в глазу. И потом бы глаз бы вытек бы, или сгнил, или лишился. Ты это понимаешь или нет ответственности? Понимаешь? А зачем ты это делаешь? Почему ты мне утверждаешь, что это вытекло? Что? Вот ты в лицо ударил ему. Ты в лицо ему ударил. Ты ударил ему в лицо. Все, за родителями, парни, в темпе. Хотите заниматься, бегите за родителями. Если ты не изменишь свои приколы, не надо приходить в какие-то секции. Нет, ты можешь ходить в карате там или в кикбоксинг, где разрешают бить ногами по голове. Вот ты можешь туда. Вот они завалят на турник и попасть. Давай, братан, за родителями. А потом мы там... Можно теперь заедем в школу? Да. Конечно, нет, возьми одежды, ключи, телефон, всему. Ой, Геннадий, я все взял. Сергей Геннадьевич, мы все сделали. Сейчас будем делать. Сергей Геннадьевич, вот двоих новеньких, которые вот пришли сегодня, они были здесь с приматами, их в разовые занятия записывали? Они занимались и у приматов, да, в разовые, конечно. Да-да. Тем более, а что, погоди, вы занимались у приматов, вам можно было... Что, приматы вам разрешают бить вот так вот поступать? А почему вы так хотите? А вы ведете на туре себя как обезьяны, как приматы. Представляете, я не про себя говорю, про нашего брата. Ничего не контролируешь. Ну все равно надо следить же. Да? Ты знаешь, у него характер? Даже я знаю, что у него твой характер. Даже я это знаю. Правильно? Мы не первый раз с тобой это касаемся. Мы уже не первый. Ты прекрасно знаешь мое отношение к этому. И ты продолжаешь врать, говорить это прикол. Ну как так взял друг друга ногой в лицо? Ну что за прикол? Область лица, вот есть? Область лица, область головы, да? Ты ему... Оделся? Телефон взял? Пожалуйста, приведи кого-то, если можно звонить, надо сказать, потому что, не дай бог, сейчас вот ты его ударил, да, вот сейчас не произойдет с глазами, потом будут спрашивать, что случилось? Аккуратно, иди, пожалуйста. Я знаю, что это прикол, потому что это прикол для вас. Для меня это не прикол. Я к вам отношусь как к младшему братьям. Мне не нравится, что вы так делаете. Я раз попросил тебя, два попросил. Ты не понял. А ты точно иди за батей, иди за матушкой. На работе все равно, значит, когда у тебя брат остается заниматься, ты думаешь, что ты пожалуйста, примени-ка. Тимур, на место посмотрю. Хорошо? Я не выгоняю, я тебя прошу, ты не можешь дозвониться, я прошу, чтобы он Глеб. Не дозвонится вообще. Глеб! Глеб! Я тебя не выгоняю, ни в коем случае. Я хочу, чтобы кто-то пришел, и я хочу, чтобы надо посмотреть. Тебе сколько лет? 12? Мой друг тебя ударил, когда надо было бы убрали. Парень, чем быстрее... Сейчас я тебе запишу еще один журнал. Ты Юстин Глеб Сергеевич. Сейчас, секундочку, погоди. Все, бегом. Парень, я вас прошу, чтобы быстрее привели родителей. Надо разобраться, чтобы не было так больше. Сейчас будем делать элементы. Глеб, братан, надо следить, да? Сейчас будем делать, сколько мне нужно.
Это не один раз был, я не балуют, я это понимаю прекрасно. Здрасте, здрасте. Но это опасно. Это опасно, да. Да, парни, сейчас. Иван, Дима, Артем, пожалуйста, вот, расстилайте маты. Все, что? Да, сейчас. А, сделайте, пожалуйста, Иван, основной акцент на, ну, детский, на средний грудничок по матам, ладно? А можно потом, когда тренируешься на большом, просто на большом? Да, 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 сейчас только... А где синий мат? Синий в том зале, Дим, пока не надо. Пока эти расстилай, матрасы, параллельно. Парни, Глеб, Руслан, пожалуйста, помогайте, проверяйте. Так. Справочка. Справка. Да. Сейчас пока ложите. Так. Вот. Справку сейчас принесу. И абонемент на 12 занятий, да? Замечательно. Да, да, да. Так, да, вот я не помню, мы до этого ходили. А мы сейчас проверим, это... секунду, сейчас Сергей Сергеевич запишет. Может, мы запишет. Еще должны, что? Сейчас Сергей Сергеевич, ну, навряд ли что-то должны, у нас такого нету. Сейчас Сергей Сергеевич запишет. Вы пошли, если что, я информацию всю передам тогда. Все, или там хорошо, на интернете все хорошо, да? Да, да. Все. А вот футболку мы не заказали. А размер скинули? Нет, нет, нет. Вот нет, надо нет. Размер туда в диалог это сбросить какой. Ну, там Ростовку. Будем... Ну, Ростовку, да. Наверное, ага. Наверное, на размер побольше у тебя все-таки растут. Ну, для, да, чтобы да, на год да, хотя бы это определиться. Вот. Все сделаем, все сейчас мы хотя бы все, соберем. Все, все, все хорошо. Все будет. А все. Так, со скольки лет? Да, что потом будет? С 5 лет. Да. Нет, так уже сейчас можно. Если ну, доверяете, что контроль, что братишка будет. Вот видите, да, как происходит? Ну да, да. Баловство. Мы такого не допускаем, поэтому отношения строго. Не дай бог, кто-то увидит, что вы там пинаете, кто-то захочет повторить. Не со зла. Шутка. Да. Вот так вот суп не включает такое. А тем более, девочки здесь. Все, не переживайте, все. Как будет возможность, желание, приходите заниматься. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Иди, Сергей Сергеевич, сдай деньги. Сдай деньги. Телефон? Конечно. Да. А можно хотя бы еще раз сказать, что нам платить? Надо не ты, на что пришла, а не пищу, а 2000, Андрей. 2000 на занятия. Они и были сюда, 2000 были на занятия. Димон, тащи, мама. Держите 250. Стойте, да. Так, подожди-ка. Что ты так вот пришел, швырнул на 250. Отдал? Да, Андрей. Красавчик. Вот сюда пока ложи, сейчас запишем. Так, это за островных. Это Андрюха, да? Расстелили? Полосу препятствий, да, аккуратно. Когда можно, взял Егеря. Юрий, ты рассказывай. Да, я Бочечку? Да. Только аккуратно. Привет. Привет, Света. Как дела? Хорошо. А у тебя? Спасибо. Ну вот, а ты же сегодня на работе. Ну сейчас я пишу, приехал, да поку он приехал. Так вообще помочь написать еще, ну, сколько народа голдушки стоит. Сейчас запишу, да поеду на смену. Скольки себе? 17. Поэтому на рабочий я сегодня в офисе сотрудник. Так что вот так вот. Ночь? Ну, значит, на смену. Все. Да, посмотрим. Поспать хочется. Я что-то вижу, что хлеб. Давай я тебя, кстати, сейчас запишу. Конечно, мне же надо тебе температуру померить, надо тебе внести в журнал. Хлеб? Температура. О, какой стрик? Семь солнышек. Солнышек? Когда? Подряд. Сейчас? Тебя фамилия прям Таранухина. Т-А-Р-А-Н-У. Ты ж тогда здесь, да, крутил с лямками, солнышко, как-то мы приходили. А что ты перестал в приматы ходить? Ну а что вдруг, почему? Там нормальная же тема. Ладно, Олега, да? Чё? Олега, ну. Олега, ну. Серёж, чё, буду мешать себе сегодня, да? Кому? Им. Они занимаются. 3700 вроде стоило, последний раз. Не буду мешать, да? Нет. Так, маты стелим, постелили. Хочу, зачем, чем будешь мешать? Здесь вот хватает. У вас нет антисептика для рук? Артём, давай сами разберитесь. Ну, можно.
квадратик уберите, пожалуйста. Какая?